Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Assassin's Creed 3. Итак, давайте, я думаю, займемся дополнительными квестами, а то тут очень много их набралось, вы поглядите. Нахожусь, как я видите, в Бостоне, и вот тут... Скорее всего, наш последний сюжетный квест находится, но он подождет. Пока что дополнительный давайте выполним. Остановите его, эй! На помощь, я ничего не подписывал! Иди сюда, падла, оставь мужика в покое. Как его догнать, на лошади. Это ведь нереально. Мне тоже лошадь нужна. Одумайся, мужик, иди сюда. Блин, надо было сразу выстрелить этим Шинбяо. Как-то я не подумал. А так я не догоню его. Если только тот мужик сейчас возьмет, резко повернется, тогда мне повезет. А так я сейчас упущу его. Да стой же ты, твои наль... О, лошади. Лошади, ну-ка, идите сюда. Все, что ли, упустил? Зашибись. Ну а как я должен был догнать? Да ё-моё! Я ничего не подписывал! Иди сюда! Да стой! Подожди, а почему у меня Шинбел пропал? Вот. Ладно, хрен с вами. Сейчас догоним. Ну что, где он? Он где-то тут должен быть. Ну вот, видимо, теперь все, я точно упустил. Ну и ладно, хрен с ним. А, вот он, скорее всего. Где-то вот тут задание. Ой, женщина, извините. Эй, за что это? Да, это нечаянно. Убейте свою жертву. Несложно. Ладно, хрен с ним. Вот, вот это задание мне нужно. Так, ну-ка, лошадь, иди сюда. По-любому это надо сейчас опять будет гнаться. Да подожди, вот поехала. Да-да-да, вон он стоит, ждет меня. Остановите его, эй! Иди сюда, падла. Тебе сказал мужик, что он ничего не подписывал. Спасибо, друг, но боюсь, они вернутся. Да вот они уже пришли, видимо, за тобой. Ну что, здорово, мужики. Ты что, охренел, что ли? Взял мне по подзатыльнику заехал. Лежать, говорю. О, хреново дело. Так, ладно, давайте пока что выберем следующее задание. Вот это вот, к примеру. Да хорош, не дурите! Тут как-то чересчур много. Это что это такое? А, вам надо стать инкогнито, чтобы открыть. Да, обойдусь. Ведь я все равно вас перебью. Чего вы ко мне лезете? Или вы сомневаетесь во мне? Ой, заколебали вы меня. Тихо, не дури. Не стреляй. А, ты гранат кинул, что ли? Да уйди же ты, а. Ну чё, один остался? Тут падла. Я его хотел на землю пустить. Одумайся, мужик! Вообще охреневший. Чё-то как-то неудачно мы начали серию, ну да ладно. Ещё разыграемся.
Так, что далеко вот тут это задание? Ну, надо его выполнить, надо. И надо бы, блин, наверное, понизить известность. А иначе они всю дорогу теперь будут за мной охотиться. Так, ну и что тут надо сделать? Стой, падла! Ну вот как его догнать без лошади, а? Нереально. Вы что, перестали видеть и слышать? Да стой, говорю! И все. Вот куда он поехал, а? Куда-то в горы погнал. Ой, блин, что опять что лети туда? Ну, последний раз пробую, если сейчас опять не получится, ну и хрен с ним, как говорится. И главное, я не успеваю использовать Шинбео, надо скрытно подойти. Скрытно подойдешь. О, лошадь. Ну-ка, иди ко мне. Вот тут надо было скрытно из кустов подойти. Все. Да не за что, мужик, что ты благодаришь меня. Так, ну что, смотрим дальше. А дальше у нас вот оно, задание. Ё-моё, сколько тут еще заданий, охренеть. Они, конечно, такие мелкие, недолгие, но их очень много. Так, тихо, не застревай. Опа, еще задание появилось. Какого хрена? Что тут надо сделать? А, понял. Идем же! Отвали! Куда это вы их повели? Вас увели силой. Идите домой. Вы просто герой. Ну, конечно. Кто же я еще? Иди сюда. Конечно, герой. Я вот не пойму, они бесконечно что ли появляются, а? Вот вроде бы не было на карте. Где-то вон там. А это, скорее всего, опять сейчас надо гоняться, да? Ну, конечно. Так и есть. Стой! Именем короля! Да хорош! Спасибо за помощь, но вербовщики не отступятся. Все, надеюсь, больше такой фигни нету. Мне как-то надоело гоняться. Все, вроде бы теперь нам надо убить. Вот там. Вот легко. Кстати, Шинбео нельзя использовать, когда я на лошади нахожусь. Хотя, в принципе, логично. Так, тихо, не ори. Давай, слази. Вот что я хочу сделать. Чтоб про меня хоть чуть-чуть забыли. Так, тихо, я думаю, тут висит. Не, нифига подобного. Вот. Тихо, все нормально. Забудьте про меня, я сорвал. О, сразу забыли. Теперь инкогнито.
Где-то вот за вот этим, домом наша цель. А, вот он. Сюда. Кишки, говоришь, вынес, ага. Так, ладно, смотрим дальше. Это основной квест. Нет, на это нельзя. Вот бостонские бойцы, вот это что-то новое. Я этого вообще не видел ни разу. Так, только... Основной квест. Кажется, рано идти. А, это надо в здание заходить. Хотя, может быть, это и не последний основной квест, я не знаю. Но по логике вещей, скорее всего, так и есть. Сейчас просто нам надо убить Ли, и все. В принципе, на этом игра и заканчивается. Интересно прям. Ну, здорово, мужик. Ищешь, с кем бы силой помериться? Я как раз устраиваю турнир. Но пускают туда не всех. Сначала надо себя проявить. Вот список имен. Побьешь всех, сможешь участвовать. Тогда поглядим, чего ты стоишь. Ой, ты еще должен побить, а только потом меня на турнир возьмут. Да. Это слишком долго. Причем где мои цели, я не пойму. Так, ладно, идем дальше тогда. Задание в поместье. Хорош бухать, иди домой. Освобождение задание появилось. Хочешь получить? Подходи! Не поймай! Сейчас он убежит, блин. Все, убежал. Ну ладно, хрен с тобой. Бля, беду мужика избили. Вы что, охренели что ли? Совсем в край. Страх потеряли. Я вас уничтожу. Все, живой. Ты что так агрессивно? А, еще вот они. Ну, что это он так агрессивно? Бежит, падла. Все, вроде помогли. Благодарю. Они перебрали меня, и им не понравился мой голос. А я просто с девушкой говорил. Ваш выговор мне не знаком. Откуда вы родом? С севера, из провинции Квебек. Что привело вас в Бостон? Я рудокоп, но работу найти тяжело. Из-за выговора люди меня совсем не слушают. Возможно, нас свела судьба. Я живу в деревне в нескольких милях отсюда. Там как раз заложили рудник. Не знаю, будет ли толк, но, может быть, вы этим заинтересуетесь? Я загляну. Если что-то путное, можно будет обсудить. Так, теперь рядом с поместьем будет рудокоп у нас какой-то жить. Шахтер, одним словом. Только к чему это все? У нас и лесопилка там появилась, как я помню, а выгоды мне никакой. Либо, конечно, чуть не понимаю, может быть. Ну да ладно. Так, дальше погнали. Хотя вот осталось уже мало прям квестов. Сколько тут? Три.
тема сейчас еще новый появится. Ё-моё! Стоп, не дури! Женщина, извините, мне надо пройти здесь. Вот я должен сейчас все-таки поймать. Забудь. Тихо-тихо, побежали. А ну-ка, слази. Слази, говорю. Давай быстрее на лошадь. На лошадь, говорю. Ай, блин, отстрелили. Все, мне его не догнать. Вот только себя в ловушку загнал. Че, все-таки хочешь в бой со мной вступить? Давай. Лази, говорю. Подло. О, свалился. А теперь-то ты не убежишь. На. Боже, больше он никому не навредит. Спасибо вам. Печально, я уже привык, что они меня грабят. Стрели. Ага, на мушке. Все, ты уже под ногами. Все, вроде бы. Получилось у нас. Замечательно. Так, смотрим дальше. Ты что, издеваетесь, что ли? Еще одно задание. Сколько можно? Да, отстань, мужик. А, опять надо. Точно такое же задание. Хочешь получить? Не поймай! Отстань от него! Тихо-тихо-тихо-тихо. Слезь. Спасибо, незнакомец. Эти ребята тут всем заправляли. Наконец-то им кто-то дал отпор. Толстая тварь. Тряшка ты. Ну, вроде бы все. Сейчас даже поудачнее получилось. Так. Давай, вот контракт. Убийство. Опять кого-то убить надо. За это, как я понял, хоть деньги получаю. Тут эти контракты. Хотя зачем мне деньги вообще? Второй. Мне они по сути-то не нужны. У меня уже все есть. Ой, офицеры приперлись. Падла. Тихо-тихо, не гавкай, все нормально. Где он есть? Опа, еще задание появилось. Ой, поналетели-то, а? Так, стоп-стоп, мужики! Ну много у вас что-то. Можно еще задание где-то. Освободите. Эй, ты! Стой! Чего? Молчать! Бакер, лежать сказал. Тебя что ли освободить?
Сидят свои лысые. Так. Ладно, движемся дальше. К нашему контракту. Честно говоря, вот, не знаю, заметно вам или нет, мне вот скучно проходить вот эти вот задания дополнительные. Они мне уже настолько надоели, они все однообразные. Хотя были бы они разные, но нифига подобного. Все они одинаковые и схожи. Нафиг. Кого убить тут надо? Иди сюда. Все, цель убита. Дальше смотрим. Получается, вот оно последнее. Если, конечно, новое опять же задание не появится. И тогда можем идти на основное. Давайте я заплачу, чтобы они про меня забыли. А, не, нифига. Надо, чтобы меня не видели, как я ему взятку-то даю. Ты что ты делаешь? Добей его! А вот, все, пойдем уже. Сколько? 400 метров бежать, ё-моё! Далековато, конечно. А переместиться туда никак не могу, да? А, нет, почему? Могу вот сюда поближе. Но быстрое путешествие недоступно, так как за мной гоняются во всю. Ты что, дурак, что ли? Давай. Все, инкогнито, замечательно. Теперь можем переместиться туда поближе. Так, стоп. Я что, не отметил, что ли? Непонятно, он что, на корабле, что ли, там находится? Так, прыгай, давай. О! Старые добрые ребята, которые ловят непонятно как. Видите? Тупо палкой стоит, махает, и все. Это как в этом было. В Роук. Я еще там увидел, удивлялся. А в третьей части такая же картина. То есть разработчики не исправили свою ошибку. Они считают, что игроки настолько глупые, что думают, что палками ловят. Да ладно. Где-то уйдет моя цель. Блин, еще потом на основной бежать. Ну и где он? Так, извини, мужик. Где моя цель? Ага, вот он. Здорово. Значит. Все. Кто ничего не видел, да хорош. Так, как мне теперь переместиться побыстрее бы на задание? Так и переместимся. И вот теперь все. Можем спокойно идти убивать Ли. Задание, конечно, еще есть. Может, конечно, в Бостоне тут, как я гляжу, и нету. А вот, к примеру, других там, Фронтир и Нью-Йорк, там есть задание еще. К примеру, там, отнести письмо, убить зверей. Такие квесты в этом, в поместье есть. Все это неинтересно никак. Нашли вы еще почтальона, буду я письма искать. Так что не. Такие квесты я выполнять не буду. Что-то нужно, милый? Нет. Грубиян. И правильно делает. Потому что ты шлюха. Чем могу служить? Сами знаете. Простите. Оу! О, боже! Я не люблю терять время зря. О,
Перестаньте, я стражу. Но это показал. Не поможет. Один звук и умрешь. Что вам нужно? Он в гавани, скорее всего, на дальнем пирсе. Мы слышали, что было на параде. Чарльз занервничал, сказал, что уедет из страны. Я думал, он перегибает палку. Похоже, нет. Спасибо. То есть обосрался Чарльз Ли. Хочет свалить из страны, то есть боится нас. А то на словах он там был такой герой и говорил, что, мол, да я тебя убью, убью всех твоих, как он сказал, незнакомых, а все, что ты любишь. Я всех уничтожу, а сейчас все, на деле, сдулся. Ну ничего, сейчас мы его найдем и убьем. Так, а где он, говоришь? Где-то тут. Ну, в принципе, сейчас добежим уже. Да уйдите с дороги. О, блин, а. Тут придется. Какая бы там у него охрана ни была. Ты лови, лови. Тут непонятно как. Какая бы у него там ни была охрана, я всех все равно перебью. Ему не избежать смерти. Активируйте орлиное зрение. Так, что-то он, я вижу. Вон он. Вот мы его и нашли. Боится. Я обещал, что уничтожу тебя. И это сделаю. Да. Не надо мне тут взрывать. Никто тебе не поможет. Ах ты собака. Ну ладно, сейчас еще раз попробуем. То есть нельзя удаляться от Ли... Что там было написано? 50 метров? Сейчас задам. Не-не-не, лазить это хреновая идея. Все-все, проиграли. Лазить это вообще идиотская идея. Я думал попробовать поверху пройти. Не. Тут, в общем... В общем. С теми ребятами надо убить их, наверное. Так как у меня нет времени убивать их. Да не, я прошел. Трус. Трус какой, а? Иди сюда. Иди сюда, говорю, падла. Так, стоп. А как быть-то? Ай! Я чуть не понял, юмор, а как быть? Сверху. А, сверху, право. Так, стоп. Куда дальше-то? Вроде бы, как я понял, надо на вот эти доски, что ли. А, вот куда надо. Наверное, сейчас будет провалено. Такой я попал. Где вообще?
теряешься, честное слово, хрен поймешь. Так, вот куда теперь? Цель потеряна. Я чуть не понял, нифига. Там надо именно прям внимательно за ним идти. Так, я надеюсь, хоть не заново сейчас бежать, а? Ой, бляха, муха. Я-то думал, так будет все просто убить его. Да живи, живи, ёпта, тень друга. А нифига подобного. Кажется, оказывается, это сложно, блин. Я думал, все просто будет. Попробовать по левой стороне пойти. О, я буду. Наверное, раз в 10 мы тут точно проиграем. Вот эти вот ребята мне мешаются по дороге. Если, вот, к примеру, я использую сейчас Шенбяо, то есть повалю его, да? Я ж по времени, получается, не укладываюсь тогда, вот. Сейчас я раз, все, уже провалил. А, там даже второй уже бьет. То есть, вступать в бой с ними вообще здесь смысла нету. Их тут надо избегать. Бежим, что-то пешком идет. Обойти их можно, в принципе, по правой стороне. Вот. Да уйдите. Не толкайте никого во время погони. Что за бред? Ну и задание. Вот тут главное сейчас внимательно уследить, куда он идет. Тут он сейчас сюда идет. Дальше мне не пройти. Ну тут, в принципе, ладно. Я залазил сюда, да? Потом сюда. А вот куда дальше? Ну явно. Ну, к примеру, куда? Не, вниз тут огонь! Ни хрена вот тут непонятно. Наверху лазить. Алло! Прыгаем. Офигеть, я вообще не пойму. Неужели я когда первый раз проходил и так же тупил? Скорее всего так и есть. По-любому. В этом сраном разбитом корабле ни хрена не понятно. Давай, давай, родной, быстрее. Блять, ну все, приплыли. Да, да, конечно, приплыли, приплыли. Они ко мне навстречу побежали, у меня выхода не было. Либо они меня толкнут, либо мне в воду прыгать. В воду прыгнут, время потеряю. И там, блин, какая безысходность вообще. Покажи им как следует. Так вот покажи, он убегает от меня через дорогу. Да как же ты меня зацепил-то? Честно говоря, меня это немножко начинает бесить, скорее всего, вас тоже. Терпим, терпим, ребятки, все получится у нас. Терпим. Вот так, отлично! Отлично! Идиоты безмозглые! Проучите! Пойди! Вот самое сложное вот в этом корабле, блин, а?
Непонятно ведь, куда он идет дальше. Причем убить его нельзя. То есть надо преследовать его. Ты еще и упал. Ну как вот ты упал? Скажи мне, пожалуйста. Да, конечно, я от вас не уйду. Мне насрать на эти дополнительные задания, вот которые говорят там не толкать никого, это все бред. Куда дальше? Вниз спускаюсь, там огонь. Во-во-во, я увидел, он куда побежал. Увидел, наконец-то. Вот куда он побежал. А, значит, вот тут можно. Вот куда он побежал, падла. Вот. А я-то думал. Только вот не говорите, что сейчас цель будет поте... Как это я вообще сейчас прыгнул, интересно. Стой, говорю. Сейчас я тебя точно убью. Отбегался, старый. Тебе все мало? Убьешь одного, придет другой. Разрушишь один план, мы породим новый. О, Коннор, Коннор. Как ни трудись, конец всегда один. Все знают, что ты безумен. И поэтому... Неудачно приземлился. Даже те, кого ты хотел спасти, тебя оставили. Но ты не сдаешься. Борешься. Почему? Потому что я обещал тебя убить. А больше некому. Идите к начальнику порта. Ё-моё, да нам хреново. Ой, потихоньку и мы дойдем. Куда же это делся, Чарльз Ли? Так, я тут не поднимусь. Он то есть прыгать не может нифига. Наконец-таки, блин, мы смогли продвинуться дальше. Сколько же я раз... проиграл там где-то раз 10 точно. Я откуда знал, куда там надо идти. Хотя это моя вина, конечно, я слепой не увидел. Да ладно, бывает. Давай, понял, мы дойдем. Тяжелая ночка. Он уехал на пароме. Вверх по реке Чарльз. Мне тоже нужен проезд. Конечно.
Только попросите. Он выжил? Я вообще не понимаю, как? Как он мог выжить? Я думал, все, это последний, ну, мол, мы его застрелили, он там сдох, мы вот, вынули палочку там. Нас подлатали, все. Хэппи-энд, выиграли. Нет, нифига, еще не конец, оказывается. Обнаружен форт. А где мы? Бля, тут еще квест. А, это эти бостонские байоты. Говно, короче. Форт, блин. Я бегать не могу, какой форт захватывать, ведь че? Он идет как в штаны обосрался. Еще один форт. Я не знаю, кстати, по счету какой-то форт. Какой садится? А вот сюда надо. Ну давай, давай, топай. Вот он. Как он жив, в том числе и я. Да еще и бухает, охренеть. Охренеть вообще. Как это круто выглядело. Просто молча сидят, выпивают, смотрят, улыбаются друг на друга. Потом берет нож такой. Добивает его. Нет, круто выглядело. Ну, теперь он сдох. Где? Ганада Зедон, 6 месяцев спустя. Скорее всего, неправильно прочитал, но это слово чересчур сложное для меня. А, ну это его деревня. Его поселение. А, какой конец игры? Я сейчас только вспомнил. Еще долго, ребят. Ну как долго? Еще, наверное, одна серия. Там же нас как еще в реальность вернут, а там... Еще играть и играть. Точно вспомнил я. А, мы долго ждали, когда ты вернешься. Ты сделал, как мы просили, и достиг успеха. Нет, не достиг. Мой народ ушел. Его выжили те, кто, я думал, защитит его. Так нужно. Это жертва. И не напрасная. Ведь ты нашел его. Это? Теперь спрячь его. Там, где не станут искать. И когда придет время, то, что было, станет снова. Я не понимаю. И не нужно. Сделай, как мы просим. А потом делай.
всякое, что хочешь. А как же мой народ? Ты спас это место, а твой народ хранил его. Это важнее всего. Этого мало. Так будет всегда. Ты ищешь то, чего не существует. Но ты изменил многое и сделаешь это снова. Прячем ли там, где никто не найдет. В могилу хочется спрятать. Разочек могилу. Конор. Какой Конор? Подожди, может это сын старого? Ведь что-то я слышал. У него был сын по имени Конор как раз. А вот что с ним случилось, не знаю. Либо это старый, может. Да ну, не, подожди, ни хрена, что-то непонятно. Все запутано, непонятно мне. Но это не какая-то непростая могила. Это было бы странно. В простую могилу взял, подошел, закопал вообще в левую. Нет, какая-то значимая. И вот по идее все. Игра на этом заканчивается. Но не совсем. Сейчас нас, по идее, возвращают в реальность, и там будет сейчас настолько скучное задание, что просто капец. Причем долго, где-то минут 20 как минимум. Тогда идем. Так что, наверное, вот закончим серию и пройдем следующую серию. Это скучное задание, капец как. Я как вспомню, это тупо прыгай, лази, ищи. И так где-то минут 20 точно. Так, ну ключ вот мы нашли. Ну что, пора посмотреть, что внутри. Не совсем. Сначала надо включить питание. Найди остальные пьедесталы и подключи источники. Сделаю. Вот этой фигней мы займемся уже в следующей серии. А пока я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.